Миграционная полиция наведалась в орловские хостелы. Стражи порядка интересовали проживающие там гости из-за рубежа. Их проверяли на предмет соблюдения российского миграционного законодательства. 20 иностранцев были привлечены к административной ответственности за нарушение режима въезда и пребывания. А представители гостиничного бизнеса полицейские предостерегли от фиктивной регистрации иностранцев. В случае установления иностранного гражданина по другому адресу будет рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности не только иностранного гражданина, но и принимающую сторону, а также вопрос о возбуждении уголовного дела за факт фиктивной постановки на миграционный учет.